На втором столе проходит финальная встреча категории «Бога». Встречаются классы Григорий, Озик, Горбин. Опытный игрок, да? Возик.
потрясающе. Да, да. Она приносит плоды свои. Он просто молодец, да? И у него какой-то интересный удар, то ли подрезка, то ли удар, не поймешь, удар подрезка, что ли, какой-то редкий. Шикарная подрезка, да, действительно? То есть он как бы даже промазал, да?
Силу возраста он уже может и уставать, да, больше, чем у вас.
Счет 3-3 в пятом сете. Сотом впереди Власов. 3-1. В этой игре много редких по красоте розыгрышей, да? Очень высокий уровень игры, да. Зацепился пальцем за край стола. Немного повредил себе руку. Возик. Даже медицинская помощь, пожалуйста. Требуется нам медицинская помощь. Будилкин оказал небольшую медицинскую помощь Возику, и игра продолжается. Счет 6-5. Впереди Власов в пятом сете. Возик не потерял хладнокровие и продолжает эту встречу в хорошем темпе.
Да. Этот матч просто украшение турнира. Просто супер. Это великолепнейшая игра, да. Великолепное качество и действительно очень красиво. Да. Да, какой там театр, да? По сравнению с этим матчем. Thank you.
шестой сет этого напряженного матча идет. Да, против такой подрезки запил мощнейший, то есть даже для такого опытного игрока Власова, и то он представляет очень большую сложность. На подаче в шестом сете. Я объявляю торжественно третье место. Кирилл Скачков, Москва.